Приветствую всех любителей старины! Вы на канале «В поисках золота и кладов», и мы продолжаем подводить итоги 2018 года. На прошлой неделе на моем канале вышел обзор самых дорогих древних артефактов, проданных за год. Ну а сейчас вы увидите десятку самых дорогих монет, проданных в 2018 году на аукционе. Открывает десятку самых дорогих монет 18-го 5 долларов 1811 года. Монета эта была отчеканена во время президентства Джеймса Мэдисона. На аверсе ее изображена символизирующая свободу женщина в колпаке, на реверсе белоголовый орлан, символ Соединенных Штатов. Интересно, что моделью для изображения свободы стала любовница Джона Райха, гравера, разработавшего дизайн монеты. 5 долларов, изготовленные из золота 917-й пробы в весе 8,75 грамма, монета находится в слабе NGC. Итак, 5 долларов 1811 года были выставлены на торги с 200 тысяч гривен. За лотом следили несколько десятков человек, и один из них все-таки сделал ставку. Монета была продана за 200 тысяч гривен, 7648 долларов или 476 190 рублей. Девятое место в топе самых дорогих монет ушедшего года занял дукат 1618 года. Монета эта была отчеканена при правлении эрцгерцога Австрии, короля Чехии и Венгрии, императора Священной Римской империи Матиаса II. Золотой дукат вышел из-под станка Пражского монетного двора. На нем изображен сам правитель и герб Священной Римской империи. Изготовлена монета из высокопробного золота, вес ее около 3 граммов, состояние довольно хорошее. Золотой дукат 1618 года был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 183 ставки. Монета была продана за 200 100 гривен, 7120 долларов или 488 049 рублей. Восьмую строчку среди самых дорогих монет 18-го занял рубль 1741 года. Монета эта была отчеканена при правлении так называемого императора Всероссийского Иоанна Антоновича. Она считается достаточно редкой, ведь 31 декабря 1741 года Елизавета Петровна издала указ о сдаче населением всех монет с изображением Иоанна. Через некоторое время монеты перестали принимать по номиналу, а с 1745 года за хранение и попытку расплатиться такими деньгами людей подвергали пыткам и отправляли в ссылку, как государственных преступников. Рубль 1741 года был выставлен на торги с 1000 гривен. Лот получил 40 ставок. Монета была продана за 204500 гривен, 7436 долларов или 517722 рубля. На седьмой позиции среди самых дорогих монет расположился рубль 1725 года. Рубль этот отчеканен в год смерти первого императора Всероссийского Петра I. На нем изображена только вступившая на престол последняя жена императора Марта Самуиловна Скавронская, она же Екатерина I. Рубль имеет неофициальное название «траурный». Отчеканен он из серебра 728 пробы, вес его около 28,5 граммов, состояние монеты отличное. Итак, рубль 1725 года был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 114 ставок, а продавец 208599 гривен, 7358 долларов или 502648 рублей. Шестое место в топе самых дорогих монет года занял Ауреус Каракаллы. Септимий Бассиан Каракалла – римский правитель с 211 по 217 года. После смерти отца Септимия Севера власть в стране перешла к братьям Каракалле и Гетте, но совместное правление их длилось менее года. Вероломный Каракалла хитростью заманил брата и убил его в присутствии матери Юлии Домны. Гетта был предан проклятию памяти,
Ромейки, а Каракалла единолично правил Римом на протяжении следующих 6 лет. Ауреус, представленный на аукционе, найден нашим с вами комрадом-кладоискателем в Хмельницкой области. Монета золотая, вес ее 7 с четвертью граммов, ну а посвящена она возвращению семейства Северов из Парфийского похода. Ауреус Каракаллы был выставлен на торги со 165 тысяч гривен. Лот получил 9 ставок, монета была продана за 220 тысяч 100 гривен, 7 642 долларов. Доллара или 440 тысяч 200 рублей. Пятую строчку среди самых дорогих монет 2018 года занял Ауреус Лициния. Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний – римский император с 308 по 324 года. Правил он сначала совместно с Максимином, а потом с Константином Великим, тем самым, что привил христианство Риму, а впоследствии целой трети человечества. Константин, не желая делить власть, для начала сослал Лициния в Фессалоники, а спустя некоторое время приказал его придушить. Монета, представленная на аукционе, изготовлена из высокопробного золота. Чеканились подобные в Никомедии в 321-322 годах. Состояние монеты, если не учитывать отверстие, оставленного варварами, проживавшими некогда на наших землях, отличное. Итак, Ауреус Лициния был выставлен на торги со стартовой цены в 100 тысяч 5 гривен. Лот получил 221 ставку, монета была продана за 247 тысяч 300 гривен, 9 тысяч 403 доллара или 588 тысяч 810 рублей. На четвертой позиции нашего рейтинга расположились 100 рублей 1978 года. Монета эта была отчеканена в честь Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году. На ней изображен грибной канал Крылатское, место, принимавшее на Олимпиаде соревнования на открытой воде. Монета изготовлена из золота 900-й пробы, вес ее около 17,5 граммов, но дорогой и, можно сказать, культовой, ее делает не это. Все дело в том, что монета эта пробная. На ней отсутствует дата, и по каким причинам несколько десятков подобных 100-рублевок попали в памятные наборы, до сих пор неизвестно. Итак, 100 рублей 1978 года без даты были выставлены на торги с 1000 гривен. Лот получил 21 ставку, монета была продана за 249 тысяч гривен. 8 861 доллар или 592 857 рублей. Открывает тройку самых дорогих монет ушедшего года полуталлер 1602 года. Монета эта была отчеканена при правлении эрцгерцога австрийского, короля Венгрии и Богемии и императора Священной Римской империи Рудольфа II. Монета настолько редкая, что введя в поисковике год, номинал и имя правителя, вы вряд ли отыщете точно такую. Изготовлен полуталлер из серебра. Вес его 14,3 грамма, состояние, судя по фото, отличное. Итак, полуталлер 1602 года был выставлен на торги со стартовой цены в 15 тысяч гривен. Лот получил 428 ставок, а продавец 355 929 гривен, 12 803 доллара или 889 822 рубля. Почетное второе место в топе самых дорогих монет 18-го занял таллер 1644 года. Монета эта не то что редкая, она уникальна. Подобный штемпель нумизматической науке пока неизвестен. Отчеканен таллер при правлении короля Дании и Норвегии Кристиана IV. Вес монеты около 29 граммов, состояние ее превосходное. Норвежский таллер 1644 года был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 171 ставку, монета была продана за 401 100 гривен, 14 828 долларов или 835 625 рублей.
Ну а самой дорогой монетой, проданной на аукционе Виолити в 2018 году, стала полтина 1725 года. Монета эта была отчеканена при правлении первого императора Всероссийского Петра I. Полтина достаточно редкая. Она изготовлена на Санкт-Петербургском монетном дворе из серебра 728 пробы. На аверсе монеты изображен Петр I, так называемый портрет в латах. На реверсе привычный двуглавый орел. Полтина имеет превосходную сохранность. Поразительно, но монета найдена в земле нашим с вами комрадом-кладоискателем. Как говорится, копнул лопатой, уже богатый. Полтина 1725 года была выставлена на торги с 1000 гривен. Лот получил 401 ставку. Монета была продана за 405 425 гривен. 14531 доллар или 827 397 рублей. Ну что ж, такой была десятка самых дорогих монет 2018 года. А если вы хотите увидеть самые громкие, самые мощные, самые дорогие продажи года, просто подпишитесь на канал. Обзор самых дорогих лотов, проданных в 2018 году на аукционе Виолити, ровно через неделю. На этом буду прощаться. До встречи на канале в поисках золота и клада. А деньги бывают такое.